15 минут легкого волнения и тест готов. Через кабинет экспресс-тестирования в Алтайском центре по борьбе со СПИДом сегодня прошли уже десятки жителей города. Врачи говорят, такой формат наименее травмирующее мероприятие для пациента, ведь ему не приходится ждать результат сутки или несколько дней. Быстро, бесплатно, анонимно и даже не больно. Да я даже не понял, как мне проткнули, и все. И берут каплю крови и на тест. И ждем 15 минут. Если одна полоска, то отрицательно. Себе это положить. В моем случае отрицательно. Сказали, чтобы продолжал в том же духе, предохранялся. Ну, стараюсь давать каждые полгода. Вот, потому что у меня, как вы видите, имеется фактор риска. Я человек с татуировками, у меня имеется пирсинг. Рука тут, тут, на ноге вот тут имеется, тут шея и спина вся. Попасть в кабинет экспресс-тестирования можно каждый понедельник, среду и пятницу с 8:30 до 4 часов. Во время сдачи теста специалисты напомнят о путях заражения ВИЧ, развеют мифы. Ведь зачастую даже у взрослых людей не всегда есть точное представление о том, как передается вирус. Кстати, в прошлом году с помощью мобильного комплекса экспресс-тестирования свой ВИЧ-статус узнали 2500 жителей края. За последние годы мы, конечно, постоянно практикуем экспресс-тестирование в Алтайском крае. У нас две формы. Первая – это выездная форма с использованием нашего мобильного комплекса по тестированию, который курсирует по всему краю с определенными локациями, заранее обозначенными, анонсированными. А второй вариант – это вот такой стационарный вариант экспресс-тестирования, когда в указанные часы, в рабочие дни все желающие могут к нам прийти и, соответственно, узнать свой ВИЧ-статус и получить информацию о профилактических мероприятиях. В прошлом году в крае выявили 1809 случаев заражения, а всего в регионе проживает порядка 20 тысяч пациентов с положительным ВИЧ-статусом. И эта цифра закономерно увеличивается с каждым годом. Больше почему? Потому что каждый год мы выявляем новые случаи, и по итогу 2023 года выявили вновь лиц с вновь установленным диагнозом порядка 1800. Это тенденция последних трех лет – 1700-1800. А наша терапия позволяет пациентам сохранить жизнь, и, соответственно, вот эта цифра живущих с ВИЧ, она естественным образом накапливается. А еще эксперты предполагают, что в реальности эта цифра 20 тысяч на весь регион может быть в 2-3 раза больше. Экспресс-тестирование – хороший повод, чтобы убедиться, что вы не находитесь в числе тех, кто пока в тени. Чем раньше выявить болезнь, тем больше шансов на обычную и даже долгую жизнь. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.